Друзья, всем привет! Нахожусь в регионе Сиде и в этом видео покажу вам гостиницу Armas Bella Sun, которая также сама находится в этом регионе. Гостиница 4 звезды, не на первой линии. Поехали смотреть. Так, заходим в холл. Холл приятный, в белом тоне, в светлом тоне. Слева у нас ресепшн. Небольшой холл. Есть мебель, где можно посидеть. Единственное, что сразу мне не понравилось, немножко такой вот необычный запах в холле. Сразу у нас тут есть дверь. Тут у нас вот такая вот терраса, там у нас бассейн. Бассейны вот только здесь у нас? Нет, там тоже есть. Тоже? Угу. Это у нас бар, бассейне. Вот это здесь горки, да, вот они? Да. Четвертый корпус, первый корпус, второй корпус, третий корпус. И как раз такая вот высыпает. Тут вечерняя анимация на сцене, да? А шаттл или трансфер нету на пляже? Нет, конечно, 5 минут. Номер стандарт, гостиница Armas Bella Sun. Так, вот такой вот балкон у нас имеется. Есть стульчики, где можно присесть. Вот, значит, вид с этого балкона на вечернюю анимацию. Вот касательно именно этого номера, я так понимаю, он будет вечером шумным. Так, это у нас мини-бар. Мини-бар у нас пустой. Естественно, в номере есть такой вот телевизор. Вот такой вот у нас санузел в номере гостиницы Armas Bella Sun. Что там у нас? Так, что-то я косметики не вижу. Я думаю, она есть. Есть у нас гель, есть у нас душевая кабина. Так, душевая кабина чистая. Так, друзья, идем на пляж гостиницы Armas Bella Sun 4 звезды, которая находится в регионе Сиде на второй линии. Сейчас вам покажу, как выглядит дорога, ну и скажу, сколько же времени составляет у туристов, у гостей этой гостиницы, чтобы дойти на ее пляж.
Так, смотрите, друзья, дошли мы до пляжа гостиницы Армас Белла Сан ровно за 3 минуты. Значит, примерно это 300-400 метров, может быть, даже меньше. Но по времени дорога у нас составила 3 минуты. Показываю вам, как выглядит пляж. Вот так вот выглядит пляж гостиницы Армас Белла Сан. 4 звезды в регионе Сиде. Так, показываю вам покрытие пляжа. Здесь вот чистый абсолютный песок. Вот такого цвета. Мягенький песочек. Мелкий мягенький песочек. Дальше. Смотрите. Идем к морю. Так же самое здесь. И заход песочек. Единственное, что буквально 1 метр на входе в море есть немножко гальки, мелкой гальки. Ну а потом дальше идет песочек. Очень пологий заход в море. На удивление, водичка немножко прозрачная, не совсем она мутная, хоть здесь и полностью песочный заход в море, в этой части, в этом регионе, где находится гостиница Армас Белла Сан. Значит, на пляже у этой гостиницы есть бар, как нам сказала сотрудник гостиницы. Здесь есть и алкогольные, и безалкогольные напитки. В баре также есть перекус. Есть только одна вот такая вот деревянная дорожка, которая ведет вглубь пляжа. А вот параллельно, чтобы подойти к шезлонгам, такой дорожки деревянной нету, чтобы с коляской можно было подойти непосредственно прямо к шезлонгам. Да, вот здесь хватает. Четверка, она и четверка, это не пятерка. А где бар? Бар? Вот, вот бар, вот. Сейчас до 12 часов обед будет. Вкусный? Ну, гамбургер, картошка фри, помидорчики, огурчики, апельсины. Хватает перекусить, да, на пляже? Я 2 дня вообще в ресторан не ходил на обед. О, прямо ну тут питалась. Апельсинчики, яблочки. А что из алкоголя на баре есть? Ой, вино, пиво, я не пью, а выйти спрайт. Все есть то, что в ресторане есть. Да. Это вы засняли куда? В Ютубе. Вы не против? Ну, реальное мнение реального туриста. Вот. Ну, она четверка есть, четверка, она не пятерка. Ну, в принципе. Анимация хорошая. Угу. А до скольки часов анимация вечером вот проводится? До 12. До 12? Еще до 2 часов. То есть, а в номерах как, слышно, не слышно? Слышно. Слышно, да? Сильно слышно? Каких-то слышно. А как кондиционеры работают в номере? У меня в номере работают. Нормально? У меня работают, а в других не знаю. Ну, это естественно, где-то лучше, где-то... Во всех отелях где-то работает, где-то нет. Я понял. Спасибо большое за ваше мнение. Хорошего отдыха. Друзья, вот я вам показал, значит, мнение одного из туристов, который отдыхает в данной гостинице Армас Белла Сан. Вот, смотрите, вот это бар гостиницы Армас Белла Сан на пляже. Вот так он выглядит. Есть столики. В общем, турист вам все рассказал, что есть в этом баре. Надеюсь, вам все понятно и доступно в плане информации по данной гостинице. Значит, пишите в комментариях ваше мнение под этим видео по гостинице Армас Белла Сан. Если вы отдыхали, расскажите нам нюансы этой гостиницы, поделитесь впечатлениями о питании, о персонале. Что могу сказать я, посмотрев эту гостиницу? Смотрите, значит, гостиница довольно немолодая, 1990 года она открылась. Значит, смотрите, нам сказали, что в принципе в этом году, в 2019 году проводилась частичная реновация. Вот. В целом, само состояние номера вполне удовлетворительное. Ничего не могу сказать такого критического за номер. Возможно, где-то есть какие-то сколы либо царапины и тому подобное. Но я еще раз говорю,
лично мне, для меня оно никаким образом не влияет на качество моего отдыха. Для себя вы смотрите сами. Вот, естественно, поделитесь мнением в комментариях. Единственный, какой я для себя выделил один такой вот небольшой минус гостиницы, то, что когда я только зашел вот в холл гостиницы, там, где находится ресепшн, вот был какой-то не совсем приятный запах. Не знаю, постоянно он здесь, либо не постоянно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы отдыхали в этой гостинице, было ли у вас такое, вот. Ну и, собственно говоря, больше никаких нюансов отрицательных выделить для данной гостиницы не могу, так как это все-таки 4 звезды гостиница, которая находится в регионе Сиде, с отличным заходом в море. Это очень важно, потому что абсолютно песочный, пологий заход для деток – это очень хорошее место. Вот. А идти до пляжа очень недалеко, вообще 3 минуты, друзья. 3 минуты мы дошли от гостиницы до пляжа гостиницы. Примерно это, наверное, около 300 метров. В общем, вот такое мое мнение по данной гостинице. Пишите в комментариях свое мнение. И не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, с помощью которого вы всегда будете в курсе всей необходимой информации о том, как путешествовать выгодно, только с положительными впечатлениями. Начнем. У нас в отеле есть 4 корпуса, 372 комната, семейный, стандартный, двухъярусный, 4 бассейн, 2 большой, 2 маленькие, пляж недалеко, 300 метров. Анимация у нас очень активная, разговаривают на русском, на английском. Также детская анимация у нас тоже такая активная. У нас один ресторан, главный ресторан. На первом корпусе лифта у нас нету, и весь балкон французский. Это первый корпус? Да, это первый корпус. Курить на французском балконе можно? Конечно, можете на балконе курить. Пляж? Собственный. Весь песок на пляже. В остальных корпусах лифт у нас есть. Мы ремонт недавно делали, космический. Недавно это в каком году? До открытия, где-то в марте. В этом году? В 19-м? Извините. Сколько это? Два, да? Два. Обновление в 19-м году было? Да. А гостиница 90-го года? Да, да. Точно, у вас прямо информация есть. Чистая информация. У вас есть какие-то вопросы? Wi-Fi у нас, интернет у нас есть платный, в отеле хорошо работает. День 4 доллара, 3 дня 9 долларов, недели 7 долларов, 2 недели 24 доллара. 7 дней 7 долларов? 7 дней 14 долларов, извините. Сейф тоже у нас платный, день 2 доллара, 2 евро. У нас в отеле все включено. Хамам сауна у нас бесплатный. В спа-центре все услуги платные. С 10 до 11 у нас алкоголь бесплатный. А после 11 все импортные напитки платные. Мини-бар, водичка, но не ставится. В мини-баре у нас есть водичка и газировка, да, конечно. Каждый день. Угу. Чайный набор есть в номере? Нет. Угу. А концепция алкоголя и местный, и импортный? Местные импортные, да, конечно. Импортные платные, местные бесплатные. То есть все импортные алкоголь платный? Да. Чайный набор есть? Нет. А фэмили какой максимальный? Извините? Фэмили какой максимальный размещение? Максимально 3-4 человека. 2 плюс 2, да? Угу. Анимационная команда какая? Активная. Шоу вечернее, шоу дискотека. У нас есть, да, конечно, и дискотеки тоже есть, да. У вас в отеле есть? Да, да, есть. 12 до 2 у нас есть дискотека. А напитки есть на дискотеке? Платные. Платные? Да. Угу. Дискотека в закрытом помещении? Да, конечно. Горки в отеле? У нас есть горки, да, один бассейн с горками, да. Я покажу потом. Сколько горок? Раз, два, три. И в основном русские отдыхают у нас в отеле, но немцы тоже. Полотенце есть пляжные?
Да, конечно, бесплатно все. И шезлонг есть, и полотенце, все есть. А на пляже есть бар? Да, конечно, есть снег-бар тоже есть. Сколько на пляж? 300 метров. Где-то 5 минут. Напитки все есть. Алкогольные есть напитки да, на баре? Есть, да, на пляже? Да, есть, конечно. И перекусы есть, да? Конечно. А ля карты в ресторане? А ля карты у нас нету, это 4 звездочки, а у нас нету. А полотенце? Полотенце у нас есть, бесплатно все. Шезлонг, все бесплатно. А полотенце здесь берем или на пляже? Здесь берем в спа-центре. Угу.